Один из зрителей ОМ-ТВ прислал нам на электронную почту письмо следующего содержания. «Здравствуйте, собираю документы для иммиграции в Украину. Пожалуйста, сделайте обзор на вашем канале о положении русского языка в стране. У меня дети школьного возраста. Есть ли возможность сразу продолжить обучение на русском с параллельным изучением мовы? Или нужно брать год на изучение государственного языка? Спасибо». Уважаемый зритель, в Украине вступил в силу закон о государственном языке. Он гарантирует использование украинского в публичном пространстве, но не распространяется на сферу частного общения и отправления религиозных обрядов. Согласно закону, украинский язык в обязательном порядке будет использоваться в государственном и коммунальном секторах, в медицинской и транспортной сферах, в маркировке товаров и услуг, в сфере искусства и образования, а также в средствах массовой информации. Никаких запретов на использование русского языка, так же как и языков других нацменьшинств, в законе нет. Языковые правила национальных меньшинств должны быть гарантированы отдельным законом во исполнение обязательств Украины в рамках Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств. Правительство обязано разработать и подать этот законопроект через полгода после вступления в силу закона об украинском госязыке. Русский язык сводится к статусу языка одного из более чем 100 других языков национальных меньшинств Украины. Закон о языке сразу оброс мифами и страшилками, как только его зарегистрировали в Верховной Раде Украины. Мы собрали 5 самых распространенных мифов, созданные российской пропагандой. Главный из них – закон запрещает русский язык. Так ли это? Русскоязычных на улицах будет ловить языковая инспекция. Неправда. Статью о языковых инспекторах изъяли из текста закона еще до первого чтения, чтобы исключить все возможные спекуляции вокруг этого вопроса. Закон вообще не распространяет свое действие на частную сферу общения. Вы можете общаться на любом языке. Ни самого термина «языковые инспекторы», ни такой функции в законе нет. Текст закона разрабатывали с учетом опыта стран Балтии и Франции. В Эстонии еще с 91 года работают языковые инспекторы. И возмущение их работа в обществе не вызывает. Правда заключается в том, что этот закон регламентирует использование украинского языка как государственного в очень конкретных сферах – государственной жизни, сферы обслуживания, СМИ и образования. Через полгода, когда закон вступит в силу, появится уполномоченный по защите государственного языка. Он будет реагировать на жалобы о нарушении закона и, кроме того, проверять чиновников на знание украинского языка. Держава Украина. Государство Украина. Госслужащие украинские. Государственный язык украинский. Почему бы им не знать украинский? Как-то стыдно быть на государственной службе и не уметь говорить на языке государства. В полиции и больницах нельзя разговаривать на русском языке. Неправда. С человеком, который не понимает государственного языка, работники охраны правопорядка смогут общаться на том языке, который понятен для обеих сторон, ну или же с помощью переводчика. Для врача главное оказать помощь пациенту. Суть этой нормы – никто не может заставить пациента не говорить на украинском языке. Просто есть какое-то достоинство и самоидентификация. Надо просто понимать, чем ты отличаешься в этом мире и кто ты, с какого ты корня и семени. За незнание украинского языка уголовная ответственность. Абсолютно нет. За невыполнение закона предусмотрено общее административное наказание. Эти нормы вступят в силу только через 3 года, а не сразу после принятия закона. Будут в основном касаться юридических лиц и высших государственных чиновников. За нарушение закона, например, в делопроизводстве, предусмотрен максимальный штраф $260.
В сфере культуры, образования и рекламы – 195. А вот в печатных СМИ максимальный штраф – $325. Я, к примеру, элементарно не понимаю. Когда я прихожу во французские рестораны, оставляю там свои деньги, и мне говорят «Бонжур, здравствуйте, это в Киеве». А может «Бонжур, доброго дня» – это просто неуважение к человеку. Никто никогда мне не запретит говорить дома с моими детьми на других языках. Но надо иметь уважение к стране, в которой живешь. Это просто. Средства массовой информации будут исключительно украиноязычными. Не совсем. Например, интернет-издания получат право публиковать статьи на двух или больше языках. Но только в том случае, если будет присутствовать украинская версия. Газеты можно печатать на украинском языке и языках стран Евросоюза. Если вы хотите напечатать на другом языке газету, то должны быть хотя бы несколько экземпляров на украинском. При этом остается свободный доступ к любому контенту, будь он в YouTube или в Facebook. На телевидении и радио наконец появился украиноязычный контент. Потому, не дай бог, одну запятую сейчас изменить. Все пойдет так, как оно было. Это будет катастрофически. Детям запретят учиться на языках национальных меньшинств. Нет. Сейчас представители национальных меньшинств Украины гарантированно могут получить образование как на родном, так и на украинском языке. Позже все-таки основной язык преподавания будет украинский. Но также создадут специальные классы, в котором будут обучать на языке того или иного национального меньшинства. Отсрочили действие этой статьи до 2023 года, так как нам это рекомендовала Венецианская комиссия, потому что нам нужно подготовить учителей, которые будут преподавать предметы в школах для национальных меньшинств. Для всех желающих выучить или подтянуть украинский язык, Министерство образования откроет бесплатные курсы. Их организуют во всех городах Украины. Наряду с языками других нацменьшинств русский остается языком книгоиздания, прессы, телевидения, образования и сферы обслуживания. Но украинскому в этих областях предоставляется статус языка межнационального общения в публичном пространстве. Украинский язык становится обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В младшей школе по 4 класс включительно и в детсадах допускается параллельное обучение на русском и других языках нацменьшинству. Для этого разрешено создание отдельных классов или групп. Для тех граждан России, которые изъявили желание переехать жить в Украину, а также имеющих детей школьного возраста, специалисты рекомендуют оформить их частную школу. Именно в частных школах использование русского языка составляет 41%, в то время как в государственных колеблется в пределах 9%. В Киеве на сегодняшний день в 16 школах ведется обучение на русском языке. Из них в 7 учебных заведениях учебный процесс идет только на русском, а в 9 есть классы с обучением на двух языках – русском и украинском. На русском языке украинское образование дети получают в основном на Востоке – Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская области и на юге страны – Одесская, Николаевская и Херсонская области. Но это не значит, что на западе Украины нет русских школ. Так в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой областях вы также можете найти школы с учебным процессом на русском языке. В целом же преподавание на русском реализуется в 622 учебных заведениях Украины. В России, напомним, нет ни одной украиноязычной школы, несмотря на то, что в этой стране проживает более 3 миллионов украинцев. Так что насчет притеснений по языковому признаку, то этот вопрос следует задавать российским властям и никак не украинским. Таким образом, русский язык в Украине окончательно теряет статус языка межнационального общения.
Эти функции новый языковой закон возлагает исключительно на украинский язык. Обязательное владение украинским для государственных служащих ранее уже было введено законом о государственной службе. Отныне владение украинским становится обязанностью каждого гражданина Украины, в том числе и для лиц, желающих получить украинское гражданство. Speak Ukrainian. На сайте с таким названием теперь можно учить украинский язык онлайн. Доступны два уровня изучения – А1, А2 и Б1, Б2, начальный и средний соответственно. На презентации преподаватель украинского языка для иностранных студентов и дипломаты. Утром я могу сказать… А днем я могу представиться на украинском языке. Я буду стараться и учить язык на сайте. Надеюсь, через месяц смогу сказать больше. Людмила и Нина преподают украинский язык иностранным студентам в Черкасском государственном технологическом университете. Перед презентацией им подарили современные англоязычные книги об Украине. Це тлумачний словник української мови. А это толковый словарь украинского языка. Полезная вещь не только для иностранных студентов, но и для преподавателей, чтобы пополнять собственный лексический запас украинского языка. Сайт Speak Ukrainian создавался 3 месяца. Задания для платформы разработали методисты и преподаватели с разных уголков страны. Мы надеемся, что этот сайт будет много кому полезен. И в первую очередь тем иностранным студентам, которые учатся в Украине. Им нужно вот уже сейчас социализироваться. Покупать что-то в магазине, ездить в нашем транспорте. Именно для них мы используем простую бытовую лексику.